Вот смотрите, вот эту вот ударную технику мы тоже используем, да? Вот внедрились вот в это место, часто бывает здесь, вот зажим. Прямо больно до такой степени, что когда я нажимаю, человек прямо говорит ему хорошо. А туда можно нажать и постучать. Видите, мы из пальца делаем как бы молоточек. Но не удается с этим, давайте с большим. С большим проще, да? Так вот сделали. Каким получается? И простучали. Также вот эту точку, да, также можно вот молоточек такой сделать из большого пальца. Ну, главное, чтобы ногтей у вас не было, да, чтобы не травмироваться. И чуть-чуть простучали. Потом смотрите, вообще вся эта область, она часто бывает, ну, забита, зажата, мы ей никогда не занимаемся. И даже массажисты ей мало уделяют внимания. Поэтому можно весь вот этот треугольный крестец, да, весь его можно простучать. Если вот так достаточно больно, отдается в череп, нет? Иногда бывает просто зажато, все в череп отдается. Тогда делаем, смотрите, одну руку для ската, да, а второй рукой бьем. Удар получается мягче. То есть мы не бьем. Я с этой стороны покажу. Если не хотите травмировать человека, да, чтобы вот так вот сразу ему не бить по крестцу. Причем удар, видите, куда я наношу? В сторону от центра позвоночника. Чтобы опять шла декомпрессия, да? Опять в ту же сторону. Также, когда мы стучали по этой косточке, помните? Вот мы вот в ту сторону стучали. То есть угол нашего давления шел вектор вот туда, в пол. Также и здесь. Но просто если вы хотите послабее стучать, да? Предлагаю поставить еще одну руку. И как бы вот бьете по руке, а сюда чуть-чуть соскальзываете. Мягче удар будет. Ну, опять же, те же самые такие вакуумные подушечки. Но при том, как... Это уже не чувствуется, да, после первых ударов. Вот. Так, ну и лапа леопарда. Помните, я показывал? В данном случае она расходится вот так вот. То есть у нас крестец имеет вот такие шишечки, да, и мы стараемся вот мышцы от них отодвинуть вот туда, ну, который крепится вот сюда, да, как бы вот мы вот так вот проходимся. Поэтому стараемся сжать кулачок рядышком, да, близко друг к другу, а тут идем на расширение. На расширение. И вот так вот активно, двумя руками на расширение. Вот такой вот еще прием. Так.